Филин против Нотбала. 125 ТСК, групповая стадия 1. У нас с вами Т7, БУ1 система. Филин здесь пытается напрягать на Мие. Вот Нотбал уходит, хороший поджим. Соточка всего ХП остается у Филина, вряд ли будет вырываться здесь. Нет, я не настолько толерантен, чтобы так говорить. Поджим такой неплохой получился от Нотбала, и все еще сотка хп всего лишь у Филина. Просадочка, конечно, не бодрая. Двести 120 у Нотбала. Мику, ПВ. Тут нет ПВ. Разве тут ПВ? Сейчас другой игрок. Так, короче, блин, ладно, все, простите. Отвлекся, ребят. Завтыкал. Просто чай с клубникой не попил, блин. И вот из-за этого завтыкал. И что-то как-то отвлекся, короче, ребят. В общем, нормально. Бомбин, Филин. Здесь минусует Нотбала. Вырывает одно очко. Отставание. Неважно. В общем, пытается приблизиться к Нотбалу. По счету что? Счет побери. Красный за Нотбалом. 200 на 50 у Филина. Нижний желтый также будет за Филина. О, это бордюром об зубы, так мне кажется. Такой звук вы слышите. Это такое покрошилось немножко. 32. Стало 15. Попытался здесь Нотбал поднапрячь на красном, но на самом деле это было сделано для протягивания времени, потому что. Да ладно, ну Мэтбалушка, ну как же так, Амига? Мэтболушка. Мэтбол, а то меня застращали за то, что я так говорю. Приветствую всех, кто присоединяется. Добрый вечер, у нас с вами сегодня достаточно интересная группа. Группа выходного четверга. Strengths в ней участвуют, также Мэтбал, Филин, Инс, Магатки и Кит. Часть игровая уже прошло. В общем-то. Мэтбал уже катнул Кидза, и как мы с вами видели, Кидз оправдывает свой ник. Ведет себя как ребенок. 200-200 стек у Филина. Пора одевать второй наушник, сейчас, мне кажется, будет место за место. Ой, какие жестенькие здесь попадания. Сразу атакует Филин, понимает, что у Нотбала там все не так хорошо, но красный успевает он забрать. Мега достанется Филину. И нижний желтый. Опять 200-200 будет. Для Нотбала сейчас напряженный на самом деле момент. Ой-ой, встреча. И слабый совсем Нотбал успевает, он в телепорт уйти, не попадает, ну, даже не стал стрелять здесь Филин. Подконтролил на шахте и сравнивает счет. Три секунды до меги. Попадает здесь Филин. Ой-ой-ой, минус Мэтбал здесь. 30 хп, правда, оставалось у Филина, но не смог дошафтить. Мэтбал, полтинника нету. Рейла бы не попал, а если попал бы, то заминусовал и, в общем-то, ситуацию бы немного вырулил. А так отстает на один фраг пока Мэтбал. Филин продолжает здесь прессовать. Филин вообще хороший игрок, как оказалось. Неожиданно. Он и на майском 125 FPS там. Не помню, правда, докуда, но прилично прошел вроде. 200 на 150 Филин. Слышит внизу Мэтбала. Рейлган всего один, нужно рейл пополнить. Услышал оппонента. Под контроль на шафт. Зашла базука, но не сильно там продамажила. Да,
150 на 200, филин. И попытка здесь от Мадбала подсадить, 150 хп остается у Филина. И что? Верхний желтый, вернее нижний желтый на рейлгане остается. Достанется он Филина. 5 секунд до красного. Прибегает Мадбал, отличная базука, великолепно здесь отконтролил. И сейчас можно забрать ред на этой теме, на всей. Такой фейк-мув был в сторону телепорта, но жестко базуки залетают рейлом. Естественно, Филин не попадает, потому что Мадбал уже просто проскочил этот момент. Базук маловато, а ну кроме базука, в общем-то, все есть. На красный приходит Филин, забирает он Red Armor, мега есть у Мадбала. Раскидка граната от Филина, и какая удачная. Обе банки зашли, и это печально для Мадбала. Нужно ему, в общем-то, отсюда как-то сруливать. Но пытается он дождаться красного. Минус Мадбал. Забирает Филин красный. Пополняет аптечкой. Полтишок. И мега, мега, мега. Мега все-таки за Мадбалом. Это хорошо. Это очень хорошо. Остается еще один желтый на карте. Желтый на рейлгане. Именно на него спешит Филин. Здесь нет под контроля от Мадбала. Видимо, Мадбал забирает шафтец. По всей видимости, рейл. Да, рейл он прочекал. Оппонента не нашел, опасные пушки нужно подбирать, естественно. Не давать им оппоненту, неудачно здесь Мадбал заходит. И минус Мадбал, отличная подсечка, отличный директ. Очень хорошо все получилось у Филина здесь. Хоть и слабый стек, может сейчас попробовать напрячь Мадбал-то, нет? Да, нет, не знаю. Нет, видимо, нет. Шаг кончился, нижний желтый за Филином, красный скоро. 2 секунды до красного, красный. И Мадбал его забирает. Отлично. 3 минуты остается до конца. 60 на 60. В принципе, стек-то у Филина не такой хороший. Может, Мадбал его напрячь здесь где-то подловить. Хороший вырыв. Оп-оп-оп-оп. И великолепно. Мадбал здесь минусует. Сохраняет очень большой стек. Красный за Мадбалом, 100-100. 200 на 150 Мадбал. На ред приходит здесь Мадбал. Ну и, в общем-то, 5-3. 2 минуты остается до конца. Мадбалу уже надо напрягать где-то. Где-то пытаться подловить. Ну, я в таких ситуациях предпочитаю, вот, ну, послушать. Где-то нужно выйти на центр и просто понять вообще, где. Вот здесь вот, стой. Ну, во-во-во, услышал. Пытается напрягать. Отличная базука. Очень хорошо. Шафтец и вниз. Ну же. Армор есть, и смотрите, пытался здесь Филин перехитрить. 1,5 минуты остается до конца. Очень грамотно сейчас действует Мадбал. Аккуратненько, тихо пытается понять, где находится Филин. Нижний желтый. На рейлгане был Филин, услышал его Мадбал. Выходит на центр, 7 секунд до... И сейчас отличный момент, хорош. 7 секунд оставалось до меги. Ну базука еще туда, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть вообще, просто жесть. Не получилось у Филина минуснуть здесь Мадбала, но как великолепно заходил шап, как он его просто прокатывал. Минус еще раз Филин, потому что хп у него оставалось немного. Красный, конечно, он подобрал, но хп-пулек было мало. Мадбал здесь минусует, выходит вперед на один фраг, но все равно ни в коем случае расслабляться нельзя. Отличный рейл сейчас, очень важный для Мадбала, уходит он на красный. И нужно ждать прыжка оппонента, да. Прыгает Филин, заминусован, 30 секунд остается, контроль респа. И, в общем-то, 2 секунды до меги. Похоже, что заминусует здесь Мадбал. Все-таки он выигрывает, 2 фрага остается. Уже просто Аркадий Петрович какой-то вселяется в Филина. Не поможет здесь Аркадий Петрович. Здесь и тактиков Семен Логакевич тоже бы не помог. Но, кстати, что-то я поторопился как-то. Еще 5 секунд. Нет, не догнать. О, GG.
Да, мощненько, мощненько.